Итак, второе отделение концерта – это долгожданная мировая премьера. Музыкальная драма для хора, солистов, инструментального ансамбля «Органы и волынки. Первое время чумы» на сюжет Александра Сергеевича Пушкина. Это произведение входит в состав маленьких трагедий, и я думаю, что это произведение хорошо знакомо каждому из нас. Но, пожалуй, вы со мной согласитесь, каждый раз перечитывая, пересматривая, переслушивая этот опус, в зависимости от нашего возраста, жизненного опыта, обстановки, происходящей вокруг, мы открываем для себя Пушкина заново. Мы отождествляем себя с его героями. Мы примеряем на себя их поступки и решения. Мы мыслим их категориями. Мы погружаемся в ту атмосферу и эпоху, в которой происходит действие. И вот что интересно. В этом произведении встречаются три временных пласта. Это прошлое. Действие происходит в Лондоне в 1665-66 году. Это настоящее для Пушкина и прошлое для нас. Эпидемия холеры в России в 1830 году. И это будущее для Пушкина и настоящее для нас. Современная обстановка, которая делает это произведение весьма актуальным. Пушкин написал «Первое время чумы», когда оказался в изоляции. Он находился в имении Большое Болдино. Тогда, это время, 3 месяца, он провел с пользой, но был очень плодотворен в творческом плане. Правда, этому предшествовали не очень приятные события. Дело в том, что Пушкин должен был жениться на своей любимой невесте Наталье Гончаровой. Свадьба до этого откладывалась много раз. Вот когда уже дата торжества была назначена, в жизнь влюбленных вновь вмешалась судьба, злой рок. Он должен был поехать в Москву, но дорога была закрыта из-за бушующей эпидемии холеры. Он остался в Болдино. Он закончил работу над Евгением Онегиным. Он попробовал себя в прозе, написал повести Белкина. Он создал поэму «Домик в Коломне» и цикл «Маленькие трагедии». Пьеса «Первое время чумы» появилась на свет как перевод фрагмента произведения шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город». Речь идет о событиях в Лондоне 1665-66 годов, чума, которая унесла жизнь более 100 тысяч человек. Именно тогда появились знаменитые маски чумного доктора с длинными носами. Именно тогда люди ходили по улицам, прикрыв лицо тканевыми повязками. Именно тогда был введен 40-дневный карантин, на котором заразившиеся находились дома, и к ним была представлена охрана. Надо сказать, что Пушкин и раньше занимался переводческой деятельностью, но это произведение стоит особняком и представляет собой самостоятельное произведение со своей абсолютно уникальной, яркой, неповторимой поэзией. Главной темой пьесы Пушкин сделал, пожалуй, одно из самых древнейших чувств, присущее каждому человеку в большей или меньшей степени. Это чувство страха смерти. Когда город наполняет смерть, все начинают вести себя по-разному. Все второстепенное, все наносное уходит. На первый план выходит одно единственное желание – просто выжить. И люди начинают вести себя совершенно по-разному. Кто-то ищет успокоение в молитве, в вере в Бога, в религии, принимает все как волю Божью. Кто-то, наоборот, отрицает ликование смерти, даже бросает ей вызов, продолжает наслаждаться жизнью, пировать и так далее. Кто-то не хочет быть утешенным и спокойнее переживать горечь утраты через творчество, через музыку и поэзию. Ну а кто-то побеждает страх смерти силой духа. И получается, что этим чувством тоже можно наслаждаться. Ведь победа над страхом смерти означает бессмертие. И к двум последним типажам относятся герои Мэри и председателя Вальсингама. И я не случайно заостряю на этом внимание, потому что главные ключевые фрагменты этого произведения вложены в уста этих персонажей. И это не перевод сочинения Вильсона. Эти строки были написаны самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Что касается сегодняшней постановки, то автором идеи, либретто и режиссером является Олег Мудненко. Музыку написал новосибирский композитор Святослав Мелик. Она полностью авторская. Здесь есть лишь одна цитата из произведения Альфреда Шмидтке. Кто-то услышит здесь отсылку к Карлу Орфу, и это тоже не случайно. Мы знаем, что и Шмидтке, и Орф
это те композиторы, которые в своих произведениях рассуждали на вечные темы философии и религии, жизни и смерти, как говорили о предназначении человека. Пушкина всегда сильно беспокоили пороки общества. В своем творчестве писатель часто старался привлечь внимание современников к проблемам, которые на первый взгляд уже кажутся обычными в повседневной жизни. И действительно, мы понимаем, что человек не может состоять из одних достоинств. Конечно, недостатки есть у каждого. Но в критических ситуациях, когда идет речь о жизни и смерти, всегда необходимо оставаться достойным человеком и сохранять человеческое лицо. Я думаю, что сегодня мы вместе с авторами пьесы, вместе с главными героями вновь зададимся вечными вопросами. И самое главное, мы снова задумаемся об истинной ценности жизни. Итак, музыкальная драма для хора, солистов, инструментального ансамбля, органа и волынки «Пир во время чумы». Идея и постановка Олег Людненко. Музыка Святослав Мелик. На сцене Омский камерный хор «Певчий», Барнаульский академический хор имени Торнецкого, Новосибирская хоровая капелла. Дирижер – заслуженный артист России Александр Париман. Thank you.
Джаксона! Гвозди с кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака, но он ушел уже. Но много нас еще живых, и так я предлагаю выпить в его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто был он жив. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай молчание мы выпьем в честь него. Да будет. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и приятно, чтоб мы потом к веселью обратились. Безумнее, чем тот, кто от земли был отвлечен каким-нибудь видением. Oh, shit.
Благодарим, задумчивая Мэри. Благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж видна. Холмы недолы ваши посетила. И раздавались мрачные стенания по берегам потоков и ручьев. И мрачный год, в который пала столь отважных, добрых и прекрасных жертв, едва находит отклик о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой, но приятной. Yeah.
Thank you.
Послушай, Бальзинга, для пресечения споров и женских обмороков спой нам песню, живую, вольную, рожденную за чашею кипящей. Такой не знаю, но спою вам гимн в честь чумы. Охриплый голос мой приличен песне. Гимн в честь чумы! Послушаем его! Гимн в честь чумы? Прекрасно! Браво! Браво! Когда могучая зима и день, и ночь идет сама, чумы.
на всякий случай пишет до конца. Thank you.